побачили. Ну, я просто я думаю, я поэтому в Германии не делал вакцину, приехал сюда. Поэтому я больше доверяю этой вакцине. То есть русской вакцине вы доверяете больше, да? Да, да, да. Я вот. Считаю советскую. А вы как вы, получается, специально приехали, да? Специально. Специально, то есть. Да. А как получилось, что именно в Твери вы оказались? Один ну, раз? Я же в Твери жил. А, то есть много времени были, да. Я с 94 года в Германии. В 90-е годы я здесь жил. В 90-е годы. Приехал вот туда, в Афганистане, в события. Война началась, я работал в Вашингтоне, приехал сюда. У меня жена была, первая жена. Из Твери была, Тверская, да? То есть поэтому Тверь, можно сказать, второй родной город, наверное, да? Да, да.